Буквально накануне стало известно, что ушла из жизни Флорес Рената. Это мексиканская актриса, родившаяся 28 августа 1949 года в Мехико, Мексика. К большому сожалению, ее не стало 9 февраля 2024 года. Она прославилась благодаря сериалу «Дикая роза». Умерла актриса в возрасте 74 лет. Последние годы жизни она боролась с действительно тяжелым заболеванием. В сериале «Дикая роза» она исполнила роль служанки Леопольдины. Как сообщил режиссер, актер и продюсер Хорхе Ортис де Пинедо, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. И вот что он написал в своих социальных сетях. Ее забрал рак. Такой я ее и запомню. С растрепанной прической и в рваных чулках, написал он. Артист при этом не стал уточнять, о какой форме рака идет речь. Женщина еще пропала с экранов в далеком 2013 году и начала вести закрытый образ жизни. А уже в 2020 году стало известно, что она осталась и вовсе без средств существования и без квартиры. Именно в то время она начала жить на улице и ночевала в своей машине, которая оставалась в ее собственности.